Нашла. Ура. Ура, ура. Патрик сейчас у меня покрасит. Я нашла его только по полотенце. Тут же по их написано. Патрик меня покрасил. Пока ему объяснила, что я хочу. 150 турецких лир стоит покраска, 80 стрижка. И я говорю, я слышала, что в Турции вы делаете, вот именно в этот барбершоп, делаете шикарные массажи. Он говорит, я лучший массажист. Массаж головы. Сейчас он мне вот это все смоет. Он говорит, ну все, теперь сиди до завтра. Такой шкодный. Я говорю, в смысле до завтра? Ты шутишь? Вот так. Сейчас он мне, он говорит, будешь кофе, будешь чай. Я говорю, давай чай. Такой мальчишка хорошенький, прелесть. My friend, Mesela, he's coming shaving. Okay. I just clinic. Okay. Just It's his? Yeah. Okay. Just one. Короче говоря, каждый оставляет здесь их специальные бритвы, чтобы чужую не пользоваться. Я поняла. Отлично. Чтобы избежать всяких. I'm making video. I'll put you on YouTube. Okay. Yeah, no problem. Он мне говорит, хочешь, пойдем аутсайд? Я говорю, ну как бы мне легче здесь. Он говорит, ты не куришь? Я говорю, не курю. Он говорит, ну тогда я пошел покурю, а ты посиди здесь. А я что, я сейчас на диванчик сяду. Вот он разгадывает турецкие кроссворды. Может, ему по-русски тут написать? Короче говоря, и везде у них вот этот портрет, его тоже портрет. Ататюрка. Ой, как же. Ну что, из меня сделали красотку, я даже помолодела. Yeah, I look much younger when I came here. Thank you so much. Welcome. You're the best of the best. Сейчас я оставлю. Он сейчас даст номер телефона. Okay, show me your phone number. Okay. Wonderful. Вы можете посетить, он находит, вот, да. То есть, если у вас короткая стрижка, пожалуйста, приходите, он покрасит, сделает хорошую стрижку, все это прочее. Thank you so much. What is your name? Fatin. Fatin? Yeah. Fatin. Nice to meet you. Nice His to meet you too. Jose. Okay. Yeah. Okay. Jose. Okay, there is Ataturk. Thank you. Welcome. Я всю ночь не спала, и с утра приехала, в 10 часов пошла на завтрак, чуть-чуть там что-то клюнула. Кофеечка попила, легла спать, не хочу спать, не хочу. Крутилась, вертилась, загружала видео, потом говорю, да, вставай, иди. Вот сделала себе, слава богу, покрасила волосы, потому что он уже просто жуть, конечно. Мне надо красить волосы два раза в месяц. Вот я уехала 23-го, и вот просто было время, чтобы подстричь. Я заплатила ему 250 лир, 150 покраска, 80 стрижка. А теперь я иду в магазин. Вот рядышком находится магазин, которого я не видела. Тут уже третий день, я ни разу этот магазин не... Я пойду сейчас куплю булки себе горячие и молоко. Вот что я сейчас пойду. Если тут нет горячих булок или горячего хлеба, вот туда пройтись буквально 3 минуты. Надо было сразу пойти купить. Там есть эта выпечка. Там я когда приехала первый день, я там купила себе горячую, пышущую огнем булку. Так, турецкий магазин. Я брала когда-то, слава богу, что я взяла какие-то печенюшки в дорогу себе. Кстати, очень вкусные печенюхи. Сейчас, наверное, тоже положу себе в сумку, пусть лежат. Я буду здесь еще 2 дня. Короче, купила я один экмек. Экмек – это хлеб. Я уже знаю, я переводчиком воспользовалась. Давай купим какой-то все-таки печенюшку. Боже мой, вишневое варенье. Обалдеть. Купить банку, съесть ее всю здесь. И стоит он всего 40 лир. Это вообще, будем говорить, $5. Пипец, какая вкуснятина. Я домой бы такое взяла. У нас в Америке нет вишни. Не знаю, кого как. Может быть, в других штатах есть, но во Флориде вишни нет. Иногда бывает замороженное в русском магазине.